Отец. Отец, слава, 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 слава тебе. Отец, ты такой отец. Отец, я благодарю тебя за эту гору, где ты нас собрал. За невероятный, великолепный свет. И многочисленное ангельское воинство здесь, на этом месте. Я благодарю тебя за молнии, которые исходят от твоего престола здесь. Я благодарю тебя за эту небесную цивилизацию, которая собралась почтить и насладиться в твоих объятиях, посмотреть в твои глаза. Отец, ты такой отец. Я возвеличиваю сейчас твое имя, которое над всеми именами. Твое царство, которое над всеми царствами. Твое величие, которое безмерно здесь и сейчас. Отец, я высвобождаю твою славу здесь. В эти дни все изменится. Отец, я высвобождаю энергию неба сегодня здесь. В этот день, называемый ныне. В этот час, называемый тотчас. В этом месте твоей славы. Отец, я благодарю тебя, что здесь разливаются воды масла твоего. Реки масла твоего, помазание, которое не оставляет прежним ни один дух, ни одну душу, ни один сосуд. Помазание, которое не оставляет прежней ни одну жизнь. Ни одно сердце, ни одно тело, помазание, которое покоряет себе эту нацию и этот город. Огонь пребывающий. Отец, я благодарю тебя. Отец, я благодарю тебя. Отец, 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 твои сыны, они собрались на этом месте, и нас больше, аллилуйя, аллилуйя, мы поднимаем врата свои, входи, Царь Славы, Входи, Царь Славы! Аллилуйя! Помазание! Пусть растекается, как разлитое миро! Аллилуйя! Это благоухание! Пусть растекается, как разлитое миро! Аллилуйя! И склонится всякое колено! Склонится сегодня всякое колено! Склонится сегодня всякое колено перед твоим именем. Отец! 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 Аллилуйя! Спасибо тебе! Спасибо тебе! Спасибо тебе! Отец, мы так благодарны тебе! Мы так благодарны тебе! Аллилуйя! Коснись сегодня каждого человека!
пусть каждый переживет Твое прикосновение. Не просто знает, не просто верит, но переживет Твое прикосновение. Потому что Ты настоящий Бог. Ты настоящий, Ты истинный. Аллилуйя! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Пусть этот поток прямо Твоего престола, прямо Твоего престола, ощути сейчас этот поток, соединись с ним. Пусть эти реки воды живой, которые не пристекают из Твоего чрева, они соединяются с этим потоком. Аллилуйя! Я просто вижу, как соединяются эти потоки в одну огромную реку, в одну огромную реку, в один огромный поток. Пусть эта волна, она поднимается выше. Пусть эта волна поднимается выше. Пусть эта волна захлестнет сегодня каждого. Не только того, кто сегодня в зале, но и каждого, кто сегодня видит и слышит нас. Кто будет смотреть записи через года, через века. Аллилуйя! Потому что Твое помазание, Отец, это вечное! Это вечное! Это вечное! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Поклоняйся Ему сейчас! Поклоняйся Ему сейчас! Аллилуйя! 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 Великий! 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 Великий Отец наш! Аллилуйя!
приехали. Небесная цивилизация, вы здесь! Да! Духи, рожденные от Духа, вы здесь! Да! Сыны, рожденные от Великого Отца, вы здесь! Да! Радость, рожденная от радости, здесь! Да! Победа, рожденная от победы, здесь! Сила, рожденная от силы, здесь! Yeah! Помазание, рожденное от помазания, здесь! Yeah! Свет, рожденный от света, здесь! Yeah! Небеса, рожденные от небес, здесь! Yeah!